Всем привет, ребята! Ну что, сегодня у нас битва гильдии, как всегда. И я в прошлый раз зафайлил вам видосик, уже в этот раз покажу. Если здесь будут, конечно, топы, хорошую тактику. Ну, опять же, донатную тактику для начала, скажу так. Против любой базы. Как слить любую базу, не заморачиваясь, без шанса слива, то есть там вариант слива, я не знаю, однотысячная, наверное. Так, давайте сначала посмотрим, что у нас на китайке делается. Надо тут деф выставлять. Хотя у нас тут топовые гильдии. По идее, будет новый топ сегодня. Так, 640, 570. Давайте тут одного замочим. Как обычно, радует битва гильдии на... Я уже думал, где-то герои есть. Думаю, что за фигня. На китайке. Так, первый готов. 569. Так, это Джонс, по-моему, да. Есть. Милое счастье проходить такую битву гильдии, да? Так, есть что там у нас? Так, никто пока не перебил. Верно. Так, окей, поехали дальше. Две попытки у нас. 540. 569. На английском сейчас, думаю, будет повеселее. Там будет у нас тактика с новым героем. В принципе, такая довольно-таки простая тактика. Надо иметь топовых некоторых героев. И просто покажу, что база прокачками ничего не решает. Возможно, там не будет противников топовых сегодня. Таких аж прям посмотрим. Ничего себе. Жесткий тип. Так, надо поставить этого питомца какого-то на кого-то. Или даже не надо питомца, сейчас мы ледяхой тут добьем остальные метап. Ой, там Фрейя у него. Страшно, страшно. Может поднапакостить. Ну ладно. Вот такое, сольемся, то сольемся. В принципе, вроде как бы и не должны. Так, отлично. Что мы имеем? 6752. Вот так вот. Я даже проходил. Так, поехали на самое веселье. На английский сервер.
Тут, кстати, треть сливается. Немножко поменял я руки на некоторых. Так, окей, поехали, смотрим, что у нас на этом сервере. 97%, 55, 50-ки были. Так, окей. Можно было бы еще силушки подогнать, еще больше набить, ну, в принципе. Думаю, нам этого хватит. Смотрим, что у нас тут. 590. Отлично. То, что мне надо. Так, итак, что мы делаем? Собираем лазурю. И даже поставим. Вот так, раз. Поставим ему ремку. Один готов. Дальше берем. Ну, Анубис это, конечно, хорошо. Берем Бигфута. То же самое, ремка. Вот такая тактика, скажем так, для доната, чтобы не напрягаться. Так, новая героиня. Аналогично, ставим ремку. Капитан Драй, который я вам показывал, ставим священный огонь сюда, чтобы он пару раз ультанул. Так, огник. СО. На всякий случай. Можно, конечно, этого всего не делать. Я в прошлый раз проходил без этого. Так, Седна. Вместо Седна я брал, по-моему, Коммодора была, если не ошибаюсь. Можно, в принципе, и Махатму взять. Давайте Коммодора будет. Тут можно вот так вот сделать. Там, ну, тут тоже вариаций очень много, но лучше даже так сделать. Вот. Вот ваш состав, скажем так. Все, поехали. Смотрите, как сейчас здания будут разлетаться просто. Ну, может кто-то чем-то удивит нас, но я не знаю, посмотрим. Так, запускаем с этой стороны Лазуликса. 41% уже убран. Сейчас он еще с ремочкой подойдет, если, конечно, выживет. Вот, 87%, ребят. С этой стороны выпускаете новую героиню. Все, 100%. Базы нет. Дальше. 480. Сейчас посмотрим по противникам. 486. 470. Так, такая расстановка. Тут у нас есть Фрейя, да? Тут вроде, казалось бы, будет... Тоже все печально, но поехали посмотрим. 50% есть. Отсюда выпускаем новую героиню. Конечно, она тут, видите, немножко неудобно забегает. Ну, в принципе, это не столь страшно. 80%. Капитан Дрейк. Все. База пройдена. Ничего сложного. Да я даже вам не показываю всех героев. Там можно было, как в прошлый раз, собрать. Там я тремя героями проходил. Вы можете поставить вместо кого-то дерево, как видите. И, в принципе, все придется очень-очень легко. Так, 480 следующий. Такая раста. Тоже, казалось бы, сложная. Но ничего сложного в ней нет. Ничего себе не дают лазули включиться.
Ладно. Значит, зайдем чуть-чуть выше. Вот так вот. Пусть будет с этой стороны. С другой стороны кидаете Бигфута. Тут кидаете Командору. 92% уже есть. Ну все, стоп. Ничего сложного. Дальше. Это Цумер. А, мы деснули ее. Ну, видите, нету расстановок, просто чтобы я показал вам, где. Ее можно хорошенько использовать. Сейчас, может, где-то здесь зайдет. Ну, тоже раста совсем другая, да. Закидываем ее. Она себе будет сейчас идти просто тупо тоже разбивать здание. То есть в этом и весь ее плюс, что она, как и другие герои, будет просто тупо забегать и сносить много зданий. Вот, пускаем. Ну, ледяка, включись. Вот, включился оттуда. Отсюда кидаем Дрейка, который за два залпа, в принципе, повыносит нафиг эти здания сейчас до конца. Все. Такс. 6004 боя. Так, 453. 470. Так, тут Лазуликс. Ну, та же самая ситуация. Так, отсюда лучше запустить Лазулю. Хотя можно было его, в принципе, по центру он бы больше набил. Но возле Фрей он хотя бы задержится, возможно. Если она, конечно, его не пытает очень быстро. В принципе, не должна. Так, отсюда запускаем Бигфута. Отсюда запускаем Мобника. Отсюда запускаем Командора. Вот 90%. Ну и пускаем Дрейка. То есть как бы там ни старались прокачивать здания и прочее, это все равно не спасет. А Минотавра я вам покажу уже в следующий раз. С Минотавром там все намного проще, если особенно есть Фрея. Вытаскиваешь Фрею, и все здания разносятся даже без всяких бафов. Даже с максимальными прокачками, я вам это уже показывал. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репустики. Всем удачи, всем пока.